Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс, и мы продолжаем проходить игру Черепашки-ниндзя 3 Mutant Millie. И что ж, сегодня мы будем играть за Хана, и, ребята, все, кто еще меня не добавил в друзья ВКонтакте, обязательно добавляйтесь, ведь всех подписчиков добавляю в друзья, ссылка на мою страничку ВКонтакте есть в описании, также ссылка на мой Инстаграм есть в описании. И, друзья, кто еще не подписался на мой канал новый и на вот этот вот канал, на котором вы смотрите видео, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчики, чтобы не пропустить новые видео самыми первыми. И, кстати, да, ставьте лайки, ведь после 100 лайков сразу же выходит следующая серия Черепашек-ниндзя, то ли 2007 года, то ли Mutant Millie. И, кстати, на новом канале я начал проходить LEGO Star Wars The Complete Saga. Кому интересна эта игра, LEGO Star Wars The Complete Saga, можете посмотреть прохождение на новом канале. Переходите, смотрите. А сегодня, ребят, мы будем начинать играть за Хана. Хан — это очень даже прикольный, прикольный персонаж в этой игре. И, блин, мне он нравится реально, и мне кажется, это один из самых прикольных. Хотя нет, вот дальше самые прикольные персонажи идут, но Хан тоже ничего так. Ладно, давайте начнем. Сейчас мы будем играть за Хана. Хан всегда был головорезом номер один в городе, но когда вдруг объявился Шреддер, он не побоялся стать его правой рукой и взять на себя всю грязную работу до поры, до времени, но однажды пробьет его час. Ага. И что ж, первый уровень у нас тренировка, и давайте зайдем. Здесь нам нужно одолеть футов, ну ясно. Пока что, ребята, поставьте просто лайк, и все. Просто лайк поставьте, и все. Опа, у них будет оружие, то есть это уже сразу же футы будут с оружием, то есть оружие с них не выпадает. Нам уже такие вроде попадались, да, у которых есть оружие, и оно не выпадает. То есть оно по дефолту у них. Так. Звука чуть-чуть, кстати, прибавил, ребята. Это, наверное, я, конечно, мало прибавил. Возможно, будет круче, но я мало прибавил. Специально, чтобы не было очень громко. Я чуть-чуть звука прибавил. Будем, короче, с каждой серии повышать звук. Вот так. В самом финале будет самая громкая музыка. Меня не будет слышно. Бабах! Честно говоря, не знаю смысла, если с ними дерусь, если они даже ничего не снимают. Сколько мне там надо победить, я не помню. Даже хп их не... А, походу 10 надо убить. А, нет, 15, наверное. Да, 15 надо убить, мне кажется. Я не читал. Нет, последний! А, я не понял, что надо было сделать? Что надо было сделать? Уровень пройден. Погодите, мне интересно. Одолей меньше... А, 10 солдатов за 60 секунд. Все, я понял. Так, чтобы тебя не отправили в нокаут. Все, я понял. Так, квартира Эйприл. О, кстати, здесь у нас будут помощники. Вот эти вот ниндзя, они будут с нами почти вроде бы на каждом уровне. Если я не ошибаюсь, вроде они должны быть на каждом уровне почти. Но они, от них пользы мало, но все-таки это все равно круто, когда у вас такие вот помощники. Так. Бабах. Что-то он убегает, этот Лео. Вот мне Хан реально нравится. Он как бы большой, но он прикольный, серьезно. Посмотрите, ну блин, он крутой. Ай, блин. А, надо было Лео прибить, походу. Идем дальше. Дальше у нас склад, либо укромная поляна. Так, здесь нам надо футов нокаутировать, а здесь... Пурпурный дракон. Давайте футов. Они даже интереснее как-то, поэтому будем там, где интересней, проходить. Так. Да блин! Ненавижу вас. Блин, почему я не могу их достать? Что за фигня? Почему я просто по нему пошел, прошелся, но ему все равно. Так, хватит, короче. О, прям так.
Все? Ну ты, наверное, то же самое задание, что и было, типа. Ура, тоже пошел, отлично. Так, идем дальше. Хотя можем еще и склад пройти. Почему бы и нет? Давайте пройдем склад. Но, ребята, за то, что вы поставите лайк и подпишитесь на канал. И колокольчики, не забывайте нажимать на этот гребаный колокольчик. Несколько секунд потратьте, нажмите на колокольчик. Ничего плохого в колокольчике нет. Пазиазе. А я тем временем буду мочить пурпурных драконов, которые, кстати, очень-очень-очень легкие. За которых даже играть нельзя. Если за них нельзя играть, значит, это такая слабая хрень. О, кстати, у нас же будет тут, кстати, очень даже один сложный уровень. Я помню его. Даже два, вроде, если не ошибаюсь. Сейчас пурпурный дракон еще что-то... А, ну да, они даже ящики не умеют ломать, я об этом забыл. Это как бы как мини-войска такие. Типа армада тупая. А, зачем ящик сама? Сколько мне надо нокаутировать? Просто интересно. А, типа набор в банду, что ли? Надо всех избить? Блин, а почему нельзя просто, чтобы... Может быть, надо бы 30 человек убить? Фух, опять победил. Опа-на, не зря я на этот уровень пошел, смотрите. Уровень разблокирован, неплохо. Дружок Эсси, Рафаэль тоже там, побью обоих. Сейчас вроде будет помощник этот, большой фут с перчаткой. А, нет. Блин, так от них пользы нет. Боже, зачем мне эти пурпурные драконы? Ой-ой-ой. А, ну да, отлично. Все, мне... Мне пипец, мне конец. Это пушечное мясо просто. Ребят, блин, это просто мясо, серьезно. Они ничего не стоят. А, машина. О, кстати, это машина Кейси вроде, или нет? Если не ошибаюсь, это машина как у Кейси. Бейте пурпурный дракон, меня не трогайте. Да блин! А? Так, черт, я не успеваю просто сделать прием. Ура, я сделал это. Да так нечестно. Так. Нет, они просто взяли свою тупую дубинку. Блин. Ай! Чёрт! Ой, я понял тактику, ура! А, нет, нифига, я не понял тактику. Чёрт, ну нельзя так. А, мне кажется, они просто для того, чтобы реально отли... Опа! Ну это... Вот это было неплохо. И вот это неплохо. Мне это нравится, да? Вы молодцы, пурпурные драконы. Дальше дело за мной, насколько я понял. Ну, сейчас будет легко, если я прям возле них стану, зацеплю их вот так. Когда мы зацепляем просто за хана, то мы наносим урон. Так, почти. Нет! Нет, нечестно! Нифига нечестно! Так нечестно! Щит! Да ну нет, пожалуйста! Да ну пожалуйста! Нет, ну что это было? Он просто, блин... Тихо-т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 ихо
Блин. Да черт! Почему я не попадаю по нему? Вот объясните, почему я не попал? Что это такое? Почему они такие сильные? Эй, я должен был его от это. Кстати, а чё я не пользуюсь этим приемом? Подождите. Вот я просто не успеваю, не могу. Чё-то все фигово. Ударьтесь.
Аптечка! О, щит, тоже нормально. Что за бред? Вот я не понимаю, я когда... Вот Рафаэль какой-то непобедимый, мне кажется. Странно. А, класс. Машинка. Ну, не, так нечестно. А, тут, кстати, надо прыгать. Я забыл, что тут надо прыгать, чтобы нормально выстрелить. Короче, вот так и вот так. Все. А, офигеть! Пурпурный дракон мне помог. Мне помог пурпурный дракон. Серьезно? В этой игре они что-то могут делать? Я тебя спасу, друг! Так вот... Я просто не могу зацепить его. Офигеть, я пытаюсь зацепить, он просто меня бьет как-то. Опа. Надо Рафа бить. Вот Рафа надо больше бить, чем Кейси. Наконец-то. Бабах. И все. Фух. Не, ну это было... Честно говоря, это, да, было сложненько. Не знаю почему, но ладно. Так, идем дальше. Метро. Победи обоих мутантов пока... Опа! Это, короче, вроде... Да, я знал. Я помню. За меня, короче, здесь будут. Да. Это офигенно, когда кто-то за меня играет, потому что можно как бы... Чтобы вот эти вот враги, они отвлекаются на футов, и я могу их бить на крысу. Я спасу тебя, друг! И вот так вот прикольно бьем. Что? А, дайте угадаю, это у него щит, да? Это у него щит, ну да. Ну кто бы мог подумать. Вот я еще люблю на этой карте вот так делать. Берем вот эту хрень и пускаем. И прям в поезд врезается. Но сейчас мне этого не получилось. Вот этот, кстати, монстр со силой Хана. Ну, здесь, я думаю, многие знают то, что многие враги, всякие персонажи здесь похожи на... Ну, как бы похожи ударами. То есть сама текстурка разная, но удары одинаковые, прям одинаковые. Например, у него, как вы видите, стиль боя такой же самый, как и у меня. То есть он полностью копирует меня. Например, вот удары все вот полностью такие же. Но у него другой супер удар. Супер удар у него другой. Отлично, скорость и, короче, пока монстр. Отлично, победили с первой попытки. Так, прошли, идем дальше. Так, обучение... Так, это, ребята, мы все будем проходить в отдельном видео, вот эти вот мини-игры. Эй, не-не-не, ну как? А как мне теперь? Ладно, придется пройти, да, одну мини-игру. Так, потому что никак больше нельзя. Я хотел вообще отдельное видео посвятить им, но, к сожалению, если невозможно никак, то ладно. Короче, объяснять ничего не буду, объяснять буду в отдельном видео. Если вы хотите посмотреть, как я буду играть вот с... Ну, как бы, стрелять по этим штукам, с других пушек тоже, кстати, то будет отдельный ролик, который будет после прохождения игры полностью. Поэтому можете посмотреть, кому будет интересно, как я буду стрелять, как я буду эти бомбочки делать. Блин, это нормально хотя бы, то, что я столько выстрелил? Это маловато, мне кажется. Ну, 26, думаю, нормально. Нормально, нормально. Дальше лаборатория. Победи их и спаси лабораторию. Сейчас дадут двух невидимок опять. Опа! Вот, ребята, видите, какое оно, блин. Мне нравится, вот серьезно, мне очень нравится играть за... Что-то Данто... Что-то с Данто вообще что-то не то. Что с Доном? А, и со мной что-то не то. Не, ну с Доном реально что-то не то было. Самое первое, что он сделал, это врезался. Черт. Нет! Тихо-т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 ихо
Похоже, Донателло... У Донателло мало ХП. Да, скорее всего, Донателло надо потом убивать, а сначала Майки. Вы видели, какой он сильный, как у него дофига ХП, мне кажется? А ну-ка. Серьезно, у него дофига ХП или это шутка? Да, у него у него мало ХП. Я его очень быстро убиваю. Или мне так кажется. Бабах. Обожаю этот прием. Нельзя Майки давать скорость. Фух. Бабах, отлично. Ой, какой ты, Майки, молодец. Попал прямо под эту фигню. Молодец. Он прям пошел туда. Ой-ой.
Да блин, что-то вообще с суперскоростью. У футов, кстати, очень мало хп. Нет! Только убей, пожалуйста, стой, нет! Фух, слава богу. Да хватит! Да чё за хрень, подожди, стой! Блин, я просто не могу уйти от удара. Что за херня? Блин. Они просто с двух сторон меня бьют и все на крысу. Что за бред? Вот что это такое? Вот сейчас многие умники скажут, что я нуб, я видел там одного этого. Ну, блин, писать не умеет. Который говорит, что я нуб. Ну да, ребят. Офигенно, когда просто смотришь и говоришь, ну, блоф, играть умеет, а сам, ну, мне кажется, даже первый уровень не может пройти. Тренировку, как я, не может пройти вот эти приемы груши, побить 5 штук. Я тоже раньше не мог и забивал на это. Да блин! Мне вообще не нравится что-то сейчас. Что-то вообще не то. Либо я расслабился, или... Опа, Донни. Донни, помогай. Так. Аптека, ты где? Блин, что за херня? Так, ребят, продолжаем. И мне кажется, то, что эта попытка уже тщетная. Поэтому да. Так. Так. Там, кстати, еще много уровней или нет? Я не знаю, да. Так. Идем дальше. Окей, попытка номер 4 или 5. Не знаю, я уже сбил за счета, честно говоря. Но черепахи какие-то реально быстрые. Опа. Опять меня, вот почему? О, кстати. Мне же ничего не отнимется, у меня же щит. Да хватит, я просто не успеваю. А лаки вэк, ой-ой, я не понял, чё? Откуда у него суперудар? Объясни, откуда у него взялся суперудар? Ну ладно. Вот что это такое? Ну, окей, я умер. Последний удар. Анка, аптечка. А, отлично, я даже ящик не смог прибить. Там какой-то свет был, но я его даже не прочитал, потому что нафиг он мне надо. Спасибо, ниндзя фута, что просто стоите. Просто стоят и все. Серьезно. Что это было? Вот что это было? Бабах. Я иду. Так. Отлично. Ура, походу Дон прибит, отлично. Теперь самое главное, чтобы меня Майки не смог прибить. Воу, смотрите, они как будто ослабели. Ура, смотрите, ребята, что-то не то, что-то не так пошло. И они... Фу, отлично. Ну, это было круто. Я прошел, я доволен, ребята. И что ж. Нокаутируем Мозера. Вот, ребята, короче, тот, кто единственный, кого нет в игре, за которого можно играть, но он как бы... Ну, у него есть свой отдельный суперудар, и он как бы отдельный персонаж, но его нет, за него нельзя играть. Да, это очень плохо, это очень... Ну, блин, это очень грустно, честно говоря. И, блин, но персонаж очень прикольный, мне очень нравится этот персонаж. Потому что, блин, у него... Он как будто эксклюзивный, он как будто редкий. Потому что за него играть нельзя. И он на двух уровнях только. Вот за Хана и за еще кого-то. Не помню еще за кого. Но за кого-то он еще есть. Потому что, да, за кого-то он еще есть. Но он, блин, он прикольный, он мне нравится. Мозер очень даже прикольный.
Я имею в виду в этой игре. Ну, потому что он эксклюзивный, за него нельзя играть. И у него отдельный суперудар свой есть. Он, кстати, чем-то напоминает этот суперудар у монстра. Вот, давайте посмотрим. Вот. Он как бы ходит как носорог, как танк. Да, как носорог. Больше, можно сказать. Итак, наша главная цель — это побить Мозера. Прибить, точнее. Отлично, но мы его не побьем. Что у нас ХП уже мало и так. Хотя... А, отлично, вот что за херня? Вот почему? Почему именно так? Надо время, короче. Пожалуйста, ну один удар. Отлично, фух, ребята, у меня была жизнь на один удар, и у него, и у меня. Но я это сделал, и что-то дадут. Опа, смотрите, персонаж открыт, это круто. Дали монстра нам. И что ж, ребят, думаю, на этом уже стоит заканчивать. Вот такая вот получилась серия. Следующая серия у нас будет Дом Черепашек, также другие уровни, но они будут, наверное, сложнее, но их будет меньше. Поэтому, да, ребят, на этом все. Обязательно подписывайтесь на мой этот канал, на мой новый канал, на котором сейчас прохожу Minecraft и Lego Star Wars The Complete Saga. Также нажимайте на колокольчики, добавляйте меня, друзья, ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм, все ссылки есть в описании. И обязательно ставьте лайки. После 100 лайков сразу новая серия. Всем удачи, всем пока-пока.